Так, увидел мир. У 9 часов утра, ребята здесь с 8. Готовимся к съемке клипа. Наши... А, есть, я взяла. Наши коробочки с инвентарем. И багажник с инвентарем. И вот наша локация. И мы ее вообще нашли супер случайно. Катались в окрестностях и нашли такую классную точку. Ребята готовятся. А ну ты! Поехали. Артём, тебе не мешает это грядка? Надо будет. Кто не с нами, тот под нами, свечки в храме, розы маме. Давай посмотрим. Когда, короче, текст, да, давай. Когда текст Суса, лучше, чтобы он, типа, наперед, понял? Чтобы у меня спереди был тот, чей текст. Ага. Даже я не вывез следить, где чей текст. Нормально. То, что надо. Это так и задумывалось. Ты сейчас концовка. Житомирские коллекторы. Глянь, концовка. Сейчас ты его потянул. Тури, блядь, коллекторы, сука. Ах, концовка охуенная, охуенная. Да, концовочка. Не, Вася, нормально. Ты шо, ебать, копать, блядь, колупать. Блядь. Поехали. Ротом бой, огонь, вода. Посетит кулак врага. Кровь из носа, изо рта, танцуй сюда, бегом, ага. Денег дай, хуилуна. Когда остановка? Никогда. Була, ты сила, тебя покосила. Блядь, Димон, бился Саня вообще. Не, вот это нормально, вот это хорошее. И... Да, блядь. Они, блядь, профессионалисты. Локация царская, а что там? Блядь, слышишь? Сверкуна не и снимает. И погода царская, ебаный рот, блядь. Вообще, а блядь. А вот если бы я был бы царем? Ты как царь, который знал другого царя. На Житомирской. Ага. Опа! Житомирский стукач. Ой, блядь, в натуре жопу порвал. Так вот, уже жопа луснула. Один пистолет держишь в кармане. Смотри, из того, что я крупно... Смотри, так, мы... Немножко ту под хвост, а я в другую сторону. Вот так вот, блядь, записываем клип. Только это теперь еще все нужно будет смонтировать. Танцуй сюда, бегом, ага! Денег дай хуину на! Блядь, мосик. Когда остановка? Никогда! Вот это вообще... Это он не вывезет вообще. Не выключай. Ты можешь просто покивать. Давай. Той с нами, тот под нами, свечки в храме, розы маме, хаты утром забирали, меня не поломали. Раз, пубертат. Пубертат. Покажи. Все, Вася, не дёрг. Оно скрывается, хуй не дёрг. Полюша, я могу дать тебе камерку, может, нихуя уж сзади на него. Все, нормально, Вася, застегни ширинку. Я же застегнул только что. О, охуел. Блять, именно ебаш, вот все твои зритель здесь, я понял? Хорошо. Все, ты должен посыл туда, ты можешь на камеру подбегать, я отбегать. Нет, можешь... только метр у него. Не, ты... ну я сказал ему просто, чтобы кстати, он радиус мне. Приближение к камере? Сейчас обозначим. Да, это сколько хуй, я буду подходить, отходить, типа, нет, это ну, все. Нет, если я там, типа,
там, типа. Это нормально. Просто так вот где-то. Можно, можно. Okay. Слушай, то есть ты на камеру работаешь. Я понял. Ты можешь, а она тоже пишет звук. Мы же пишем звук. Да. Ты можешь загорчать, мы это можем в клип поставить, взять. Я понял? Понял. То есть вообще не забудь про всех. Ебашь, отдавай туда энергию. Я полностью. Понял, okay. Она отходит. Стой, стой, просто статично. Чтобы он прошел сзади. Дядя, принцип прост. Деньги делим поровну. Ты идешь к отцу. Все, есть. Происходит какая-то не застройка. Криминалитет захватил стройку киевских новых дорог и охватывает всю территорию Оболонского массива, Оболонского района и Оболонского полурайона. В общем, мы сейчас находимся на территории незаконно рожденной стройки и как бы работаем с камерой. Это люди негодуют, тут снесли куча их гаражей, понимаете? Люди негодуют, я их нанял, пускай негодуют, они зарабатывают деньги и окупают нам клип. Скажите, это ваша машина? Вы купили ее на заработанные вот этими стройками незаконными деньги? Слышишь, уважаемый, на какие кошти куплены цей автомобиль, блядь? У вас за декларацию на 2018 год зареєстрований дохід 4000 гривень. Дійдь собі, ми кліп знімаємо. На які кошти куплений цей автомобіль, скажіть, пожалуйста. Це настоящий. Це на настоящий ми кліп знімаємо. Ладно, давай, роботу. О, вот это, Вася. Давайте, только вот здесь. Давай, становись. Иди. Работай. И сейчас точно так. Давай, Сус, работай. Пидораска уронилась на землю, пидораска! Как его, чтоб по драконе? О, здесь ты будешь прижаться, но... Что ты поделал? Вася, надо, чтоб ты это поделал! Готов? Давай! Камеру сиди! Ты шо? Help me, ты шо? Что? Сейчас приклеим. Все, клади. О! Все, Вась, все, ну чуть-чуть давай, чисто покачайся, включай. Во, да! Давай, руби, Сус, играй лицом, давай. Хуяр так, чтоб сок пиздячь. Жестко хуярь! Заебись, давай! Стой! Давай. Васик! О, давай, хорош, оно. Вась! Блядь, Сус, ну что, работай, Сус, быстро. Вась, сидеть. Вась. Давай, Сус, хорош, давай, хуяри. Сидеть. Давай. Мусора в метро искали, хаты утром забирали, но меня не поломали. А-а-а!
Дядя, принцип прост. Деньги делим поровну. Плюш, можешь привязать Васика, если что. А вы заряжете. Не, два не надо, два уже, блядь. А, не, мы потом возьмем по пушке, я тоже возьму. Ты проходил вообще курсы, блядь, какие-то хотя бы? Молодого пуберта. Ну ты понимаешь, что нельзя палец держать? О, Дима сейчас правильно, видишь, как держит? Так палец, это Дима, типа, а то я, ты же не равняй. Палец вот так всегда, блядь. Нахуй ты сравниваешь людей. О, дядя! Вася, ногами траву порви! О, да, да! Давай, да, давай! Оно слышишь, смоет, может, короче, ты с речки прополощешь рот. Сердца. А где речка? Вот же она, вот она. Сус, надо вода позарез или можем работать? Пуберта! Кидай, кидай, кидай всю хуйню! Бля! Димон! Дядя, принцип прост! Давай, работай! Делим поровну! Ты идешь! А я в другую сторону! Димон, выйди сюда! Сюда, поле, подойди! Когда остановка? Туда, туда, туда! Где горят? Тебя покосил! Назад, назад, назад! Вот это выкинуть можно как-то? Димон, вот это. Из-за него не видно дыма. Выкидайте. Оно задымило, тут все не видно дыма. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Мы старались для вас. Мы не профессионалы в этой всей медиасфере клипов и сюжетов. Но старались для вас как могли, от души все сделали. Поэтому оставлю клип здесь, а новое видео будет здесь. Заходите, пожалуйста, напишите комментарии, оцените, и ваша оценка будет очень для нас важна. А еще также не забывайте, что есть мерчик Суперсуса, охрененные майки и сумки. Заходите, берите себе и наслаждайтесь. Всем спасибо, кто с нами, для вас все делается.